Все, на завтрак у нас мороженое. Сёма, да? Это я буду сейчас видео сбрасывать на телефон и обратно. А это мой завтрак. Я обожаю виноград. Скажи мне, куда ты палочку от мороженого? Так это же раковина. Не, ее здесь нет. А где палочка от мороженого, Артур? Где? В мусорке? Вот одну ты так уже выбросил. Доставай, давай. Придумал. Одну он выбросил, я не нашла. Видимо, все, капут. Давай в раковину, мыть надо. Вот, вторую сегодня Вова нашел в мусорке, когда мусор собирал. Ну и опять выбросил. Вот дает. Ну все, там пусто. Это новая мусорка. Артурчик, запомни, хорошо? Палочки от мороженого в раковину мыть. Да. Две палочки? Да. Где вторая? О. В мусорке? Да. Давай смотреть. Ой. Тёмочка, ты там занят строительством, да? Я пришла, у нас уже... А что ты туда спрятал? Пол одиннадцатого? Что ты спрятал? На, пожалуйста. На. Что еще спрятал? Ну что, что будем кушать? Может, кашу сварим? Уже время, прям я уже голодная уже. Кашу бы сварить с овсянки. Или из... О! Я, наверное, сейчас кашу не из овсянки сварю. О, на кино. Наконец-то раскошелились на кино. Они такие прикольные, когда развариваются. Акция хорошая была просто. Так оно очень дорогое. Папа тут свои порядки навел. Мама теперь ничего найти не может. Что? Цветочки. Ты ж не бери это. Цветочки бабушки. Артурчик, аккуратно. Все, я хочу достать кукурузную кашу приготовить. Все, каша варится. Вот она варится. На глаз насыпала, ну, как обычно, в принципе. То, в духовке, думаете, что-то есть вкусное? Надо с нее напечь что-нибудь. Может быть, из зеленой гречки. Хлебушка, которого я пекла. Да, надо будет это сделать, а то я тоже хочу. Что-нибудь пожевать такого мучного. Ну что, каша готова, пусть немножко остынет. Я передумала, не буду я молоко добавлять, она и так нормальная, можно бананов добавить. А буду, сделаю сейчас пирог из зеленой гречки, и вот как раз мне кокосового молока для пирога. Буду делать. И яблоко старое потру. По рецепту нет, но, смотрите, залежалось уже. Надо потереть. Ну что, рецепт мне понравился, я вам говорила, мне было вкусно, и детям тоже вкусно. Ну, кроме Арины, она у нас зеленую гречку не особо любит. Вот, и смотрите, зеленая гречка. Я в двойной порции все сейчас сделаю. Вот оно, молоко кокосовое мое. Теперь мы молоко кокосовое не покупаем в пачках, а берем кокосы, я делаю сама. По крайней мере, точно натурально. Вот, яблоко старенькое. Классный рецепт, потому что все сейчас блендер измельчит. И будет замечательно. Минус 2 банана, потому что детишки сейчас прибежали и у меня забрали бананы. Больше у меня нету, поэтому один маленький. Ну, здесь должно было быть 2 таких средних. Ну, что поделать, у меня бананов больше нету. Поэтому я хотела просто без сахара его сегодня испечь. Но так как они забрали бананы, мне придется добавить сахар, чтобы он был сладким. Вот. Здесь еще по рецепту масло. Я не добавляю масло. Зачем оно, если есть кокосовое молоко? Оно же жирное. Да, и по рецепту здесь мак. У меня его нету. Я еще лохматая сегодня. Вове я писала купить мак. Ну, видимо, либо не прочитал, либо забыл. А может быть и не было. Такое тоже бывает. Вот, ну ладно, не страшно. Без мака, но я его все равно куплю. И все равно попробую с маком испечь этот пирог. Потому что он тоже вкус такой классный дает, мне он нравится. Вообще, раньше я очень любила маковые булочки, когда мака много, просто услано там этого мака в булке. Такое я очень любила, да. Ну и все. Да, да, я просто задумалась, вспоминала. Все, сейчас я буду взбивать, а когда взобью, я уже буду соду гасить либо лимонным соком, либо яблочным уксусом. Ну вот, просто погасить.
Ну, давай, помощница моя, работай. Сода пошла. Сейчас еще раз размешаю и буду заливать формы. Итак, что я сейчас придумала? Так, один у меня будет семечками на дне. Они когда зажариваются, это получается... Ну, я вообще жареные семечки люблю. Получается очень вкусно. Хрустящие, жирненькие. Сытненько. Сейчас нальем. Так, половинку. Они будут невысокие, чтобы быстрее пропеклись. Я в два заливаю. Наверное, да. А во вторую половину кокосовые стружки добавлю. Будет кокосовый. И прилично так добавлю. Вот пол пачки и добавлю. Кстати, кокос, вы знаете, я люблю. Сейчас перемешаю. Возьму лопатку. И залью. И все, и буду сейчас ставить запекать. Полчаса, я думаю, готово будет. Ну, это такая температурка. Минимум для пирогов. Тем более низкий. Все. И получается два разных пирога будет отдавать. Разные оттенки у них будут вкусовые. Ну что, всем приятного аппетита. Мы идем есть кашу. Просто каша. Обычно я ничего не добавляю, потому что дети у меня любят есть отдельно. И фрукты я не нарезаю, едят отдельно. И орешки они не особо любят. Поэтому у нас их нет. Ну и все. Ну, я не приверженец большого смешивания. Каша есть каша, все. Сладковатая каша и вперед. Каша. Вкусная каша, да. Тёма. Да. Каша. А тут что-то... Артурчик поставил себе, да? Кашу все едят. Артур пока завис немножко. Ну и я буду кушать. Ну? Что, пироги идем смотреть, да? Ой, спасибо, открыл горячо. По-моему, уже готово и прям очень готово. Ага, вот так. Вот все, они готовы. Будем доставать и остужать. Да? Хотите пирогов? Да! Да! О, смотрите, какие красавцы. Запах тоже классный. Вот такой вот хлебушек. Тёмка! Что, руки греешь? Руки греешь? На улице ветрище, сегодня опять. Но мы все равно пойдем гулять. Нормально, не боимся погоды. Вот, и вот этот с кокосовой стружкой. Красота. Сейчас остынет и будут детки пробовать. Ой, захотела я сегодня сварить наполовину борщ, наполовину щи. Кстати, никогда так не делала. Всегда либо борщ, либо щи. А сегодня что-то вот так мне захотела именно с зажаркой, да. Хочется мне супчика такого. Ну вот будет. Здесь чеснока я добавила, жарится чесноком, вкусно пахнет. И, наверное, напеку к супчику... так, красная чечевица как раз немножко есть. Сейчас ее с водичкой, солью, чеснок, не знаю, буду, не буду. Еще у меня здесь есть, что мне Вова купил. Кориандр и хмель из цунели. Ну вот с чем-то одним. Сейчас все это измельчу в блендере. И напеку таких оладушек маленьких. Чисто чечевичных в супу. Вот такая вот идея у меня на сейчас. Вот. У меня тут еще картошка, правда, оставалась одна. Ну все, вот так вот. Такая смесь у меня и будет. Привет, Тёма. Тёма. Ты сложил башню? Да. Проверить? Пойдем посмотрим. Башню, пойдем посмотрим твою. Давай-ка покажи маме. Где твоя башня, Тёмка? Это твоя башня? Да. Что-то она не получилась, Тёма? Да. Да. Ну ладно, сейчас я приду. Ну, вперед. Ну вот и готово. Блинами буду жарить, так будет быстрее. И мой супчик. Давно уже не ели такой. Ну, ели, в принципе, не у меня, а давно там мама, наверное, моя готовила. Это было очень давно. Ну, вот все и готово. Напекла. Чуть-чуть напекла, там еще тесто осталось. Сейчас пойдем гулять с детишками. Можно, кстати, видите, какой гибкий. Можно, кстати, начинку любую положить, завернуть. Вообще можно и в соус макать. И будет очень вкусно.
Так что, вот как вариант такого обеда.